Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня 6 декабря. И многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Елеазара, что в переводе с еврейского означает «Бог помог». Небесным покровителем его является священномученик Елеазар Спиридонов, пресвитер. В конце XIX века в Евпатории жила семья крымских греков, в которой рос сын по имени Елеазар. Юноша решил связать жизнь свою со служением Господу и в 1899 году был рукоположен во священника. Когда наступила революция, батюшка отдал крестьянам скот и земли своей семьи, а сам перебрался жить в город Евпаторию, где стал служить в церкви Ильи Пророка. Прихожане любили священника за добрый и мягкий нрав, за кротость и бессребреничество. Отец Елеазар всегда помогал нуждающимся. Только безбожники-политики угрожали священнику репрессиями, часто вызывая его на допросы, где требовали отречься от сана. Но батюшка был непреклонен. Отца Елеазара арестовали сразу же после разорения Ильинской церкви. Поводом для вынесения приговора священнику стали книги, в коих якобы были найдены элементы монархической пропаганды. Отца Елеазара поместили в городскую тюрьму в Симферополе. Около года священнику пришлось просидеть в казематах, где сотрудники НКВД так и не добились от него нужных показаний. Летом 1937 года отца Елеазара отправили в лагерь на Колыме. Там, через 5 месяцев, батюшка отошел ко Господу в возрасте 64 лет. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Григория, Александра и Митрофана, Макара и Федора, а также Серафима, Ивана и Яна. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!